А я, девочки, сейчас буду замешивать тесто на пельмешки. Так, начинка будет у нас у вареников вот творог. Вон, видите, какими камушками. Мне его надо продавливать через сито. Мне это не хочется делать. Я сейчас в чашу сюда творог положу, разобью сюда яйцо, добавлю сахар, ванилин. И миксером я этот творог весь измельчу. Вот, девочки, с оставшегося теста я напекла вот таких лепешек. Тонко-тонко раскатывается тесто. Прям сейчас похрущу, заварила чаек. Сейчас попью чаек. А еще Иваныч запаривает сейчас шиповник в термосе. Вот вчера залили кипятком, сахарком немножко, горсть шиповника. И вот утром пью тоже. Натощак я пью овсяное молочко, а немножко погодя вот шиповник. Пейте, сейчас такая погода непредсказуемая. Нужно поддержать свой иммунитет. В шиповнике очень много витамина С. А здесь у нас рулька опять варится. Иваныч ее сегодня зашивал очень тяжело. Я не стала вам показывать, потому что у меня на канале уже есть, как мы рульку делаем. Сегодня шкурка была какая-то железная. При помощи шила. Девочки, зашивала. Вот хочу вам сказать, постирала. Кто будет покупать, будьте осторожны. Не знаю, как в машинке стирать. Я стирала на руках. А от мужского костюма кофточка линяет. Это уже даже не вздумайте друг на друга положить. Отдельно надо положить мокрое. Потому что если на что-то положите, то окрасится. У моего костюмчика домашнего шортики линяют. И линяет также вот у футболки. Естественно, тут вот такой же материал тоже линяет. И вот так уже вот не положишь. Потому что если положите, то все окрасится. Поэтому как в машинке стирать? Ночная сорочка ничего не линяет. Это я раньше покупала тоже. Полиняла немножечко. Может быть, это от первой стирки, девочки, не знаю. Но факт то, что вот я как увидела, вода окрасилась прям в синий цвет. Будьте осторожны, друг на дружку не кладите. Вот, девочки, вам хочу показать, как баклажаны использую замороженные, обжаренные. Здесь у нас как бы будет запеканка. Внизу картошка дольками, потом филе бедрышек, косточки Саши. Вырезал, вон он сидит,
вырезальщик косточек. Кусахот. Вот. Поверх положила лучок кольцами. Потом помидоры наши оставшиеся, последние, наши домашние. Потом баклажанчики вот обжаренные. Сейчас сверху залью майонезиком и сверху сыр натру. И в духовку.